Всем привет! С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Это видео будет... Я советую его посмотреть не только актерам, но также и людям, которые прекрасно понимают, что у них масса зажимов. Ведь что такое актерское мастерство? Вот не устаю просто-напросто говорить, что актерское мастерство – это в первую очередь смена стереотипов. Вы меняете свою жизнь на 180 градусов. Да-да, ребят, на 180 градусов. Почему? Потому что вы учитесь элементарным вещам анализировать, умению отвечать на вопросы. Не просто что-то делать в этой жизни, а понимать, для чего вы делаете что-то в этой жизни. Я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, где провела 3 мастер-класса. Один по актерскому мастерству, второй как за 5 минут стать сексуальной, но это все было через актерские техники. Я имею в виду, как за 5 минут стать сексуальной. И я провела мастер-класс «Работу на камеру». Довольно-таки забавно, что когда занимаешься с человеком, ты сразу видишь его зажимы в теле, да, когда человек вот так зажимается, ты ему об этом говоришь, и человек, ну да, да, знаю, но при этом как бы хочу работать на камеру, и в принципе меня это не смущает, но дело в том, что когда вы что-то снимаете, и у вас происходит зажим, то хотите вы этого или нет, то зритель этот зажим, он видит, он сразу считывает. Дело в том, что нас, понимаете, воспитывают так с детства, по стандарту общества, и мы не делаем ни шаг вправо, мы не делаем ни шаг влево, мы вообще, где мы называется, да, где спрятаны мы? Ведь где-то в нас живут разные персонажи, и один из них хочет противостоять этому обществу и жить как-то по своим правилам, по своим условиям. Но ты уже в коконе, и ты не можешь выбраться из этого кокона. Так вот, если вы это в себе чувствуете, вот это вот желание выбраться из этого кокона, или, допустим, снимать, работать с камерой, уметь спокойно и легко, то в таком случае, ребят, актерское мастерство, оно всегда поможет, всегда. Оно раскрепощает, оно открывает. Даже если вы в обществе будете носить маску, в этом страшного ничего не будет, потому что вы можете проигрывать себя же на сцене. Вы можете выбирать роли, которые вам по душе, и, соответственно, выдавать этот персонаж. Вы будете жить в этот момент, понимаете, в чем дело? Когда будете работать на камеру, у вас не будет зажимов. Ведь актерское мастерство, когда вы работаете с телом, оно убирает их. Пусть не на совсем. Зажимы возвращаются, ребята. Если вы продолжите вести старый образ жизни, то зажимы, они будут возвращаться в вашем теле. Они вернутся, они будут жить опять в вашем теле. Вот в чем дело. Поэтому, когда вы убираете зажимы, вам надо убирать свой образ жизни старый. Вот это к чему я. Так вот, я не призываю вас сейчас же брать актерское мастерство у Лары Шум, хотя почему бы и нет, я веду его дистанционно, и у меня многие ученики добиваются прекрасных результатов, зарабатывают на этом прекрасные деньги, и человек убирает все свои зажимы в теле, меняет свой образ жизни, как я уже говорила, за счет чего? За счет умения анализировать, умения задавать правильные вопросы. Менять свою жизнь на 180 градусов. Но оно надо, оно необходимо. Вот курс по актерскому мастерству – это жизненно необходимый курс для некоторых людей. Теперь, что хотела бы сказать по зажимам. Что вы можете сделать? Поставить камеру. Как обнаружить вообще зажим, да? Поставить камеру и начать думать о чем-нибудь неприятном. Например, о выступлении на публику, если для вас это сложно. Разговор с каким-то человеком, если для вас сложно разговаривать с этим человеком. И понаблюдайте за своим телом. Где у вас будет зажим? Ну, когда выступление на публику, вот идет в основном вот эта вот часть. На камеру то же самое, это вот эта вот часть. Как раз которой частью вы говорите, у вас и происходит зажим. Хотя во время выступления, на самом деле, съемку на камеру,
Этот зажим может убраться потихонечку, потому что вы будете въезжать в свой персонаж, значит, соответственно, в свой персонаж надо зацепиться до съемок. До съемок зацепились, зашли и начали разговаривать, и тогда вот этот вот зажим может убраться быстрее намного. У кого, ну, зажим этот постоянный. Но смотрите на все тело или чувствуйте, вот прямо садите человека напротив себя, вот напротив себя садите, начинаете с ним разговаривать, с этим человечком чудесным, и ощущаете, а где у вас зажим в теле происходит. В плечах, в животе спазм начался, да, в копчике. По ощущениям, по своим находите. Соответственно, понимаете, что вот в этот момент у вас происходит зажим. Значит, что надо убрать? Нет, ребят, надо убрать вот в голове. Надо как-то прописать себе с человеком эту работу, да, провести какую-то работу с этим человеком. Почему я его боюсь, этого человечка? И все. Найти первопричину. Основу, признать себе правду, допустим, он там сильнее меня, или я его на самом деле ненавижу. Почему я его боюсь, этого человека? Почему я его боюсь, этого человека? И все. Вот надо сесть, взять ручку с листочками, просто это прописать. Почему я боюсь публичных выступлений на самом деле? Почему я боюсь там, допустим, определенное какое-то место, темноты, высоты, змей, да? Почему? Ответьте себе на вопрос. И последнее, еще будет проще, когда вы будете знать, для чего вы снимаете этот ролик. Для чего вы снимаете ролик. Вам тогда проще еще будет к тому же. Вы будете знать, что конкретно у меня есть цель. Я хочу снять этот ролик вот для того-то, для того-то, для того-то. Не для дебильного ТикТока. А хочу вот снять его там... как-то полезно, да, с какой-то полезной информацией, тогда вам будет еще проще, легче, вы будете находиться в одном конкретном действии, вы будете желать донести до человека полезную информацию, и в этом случае будет еще вам проще, вы более такой свободный станете, потому что все, я хочу донести, у вас цель будет, понимаете, в чем дело, цель. Ну, пожалуй, вот все, что я хотела сказать в этом ролике, после 3 мастер-классов, да, завершения. Вот, ну, приглашайте, если ваш какой-то город захочет меня пригласить, я с удовольствием приеду и проведу мастер-классы и в любом другом городе. Благодарю, с вами была Лара Шум, подписывайся на мой канал и самое главное, приходи на дистанционное обучение по актерскому мастерству. Я самый классный ваш личный коуч. Все, пока-пока! Неудобно немножко, видите, с руки снимала, тут штатива нет. Вот, поэтому такой рабочий вариант –